Детский дом «Орлиное гнездо» сотрудничает с Rotary International уже 4 года. Но делегацию 6 американцев здесь принимают впервые. До этого приезжал лишь один волонтер. Американцы хотят дать детям не столько конкретные знания, сколько научить их жить. У нас есть пословица: если ты дашь человеку рыбу, то накормишь его на день, а если научишь рыбачить, то накормишь на всю жизнь. Наша цель – привить детям такие навыки и умения, которые сначала помогут им получить образование, а потом позволят состояться во взрослой жизни. Мы учим, как позаботиться о самих себе. Такую глобальную задачу американцы реализуют с помощью развивающих занятий. Малыши учатся сортировать предметы по форме и цвету и составляют рисунки из различных фигур. Они смогли бы сделать это и без американцев, просто раньше у них не было таких красочных пособий. My name is Carolyn. How do you do? My name is Roma. Nice to meet you, Roma. Nice to meet you. Детям постарше американцы преподают английский. Впрочем, большинство ребят учат его в школе. Рома пойдет в 7 класс, но до сих пор путается в английском счете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Волонтеры много времени уделяют физической подготовке ребят, играют с ними в бейсбол и гольф. Спортивные игры учат побеждать и не падать духом в случае поражения. Трудно сказать, насколько занятия с американцами помогут этим детям, когда им исполнится 19 и придется покинуть детский дом. Впрочем, некоторые результаты американской помощи вполне конкретны и очень значимы. На протяжении 4 лет мы получили большую материальную поддержку. Это и стоматологический кабинет, это и машина «Газель», и автобус, и тренажеры спортивные, это и сушильно-гладильные. Аппарат для нашей прачечной – это очень много. И главное, что на лекарства много мы получали. В этом году на средства гуманитарной организации Rotary International в Орлином гнезде будут построены очистные сооружения для воды, и она перестанет отдавать на вкус железом.